Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня я покажу модную турель для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этого мода в вашем игре появляется настоящий турель, который будет защищать ваш дом от враждебных мобов, друзья. Но турель выглядит вот так, но если вы поставите, она будет выглядеть примерно вот так. Очень классная турель, и, друзья, очень классная текстура. И правда, если рядом будет злой моб, то она его запросто убьет. У нее очень высокий урон, и если автор этого мода смотрит данное видео, то я рекомендую сменить текстуру снежка на текстуру патрон. Такие патроны у нас есть в моде, друзья, Destiny Guns. Но сейчас Терцен пытается убить Эндермана. Но у него это не удастся, поэтому давайте мы поможем. Ну, друзья, он также может убить и Крипера, и зомби, друзья, и слайма, конечно. Если он от него не уйдет недалеко. Но вроде у слайма очень много жизни, поэтому убивать его будет ему довольно трудно. Да, он у него убежал. Ну, Крипера, друзья, он убьет, конечно, слегка. Но если Крипер будет довольно рядом, то Крипер может успеть взорваться, что будет довольно плохо для вашего домика. Также он запросто убьет из на зомби. Как видите, у него очень высокий урон. У сына зомби, как вы знаете, очень много хп, друзья. Но турель иногда бывает погибает. Ну, конечно, это же турель. И есть свойственно ломаться, что и есть в реальной жизни, друзья. Ну что ж, вот такой классный и маленький мод у нас, конечно, был сегодня, но он пытается убить на зомби. Ну, друзья, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.